ли у турка, то ли у царевича на стриме, да? Вот ты знаешь, я, наверное, у многих был. Ага. Ну и что там, они там, типа, они меня там сделали охуенно, я так понимаю, да? А, только ты... усрали. Почему? Да я... Все... да я особо не смотрел, так просто запомнил. Костюмы. Костюмы. Ну, мне-то какая разница, как они выступили. Ты сам, ты сам кто, прибалт? Ты сам кто, прибалт или кто? Кто по национальности? Прибалт, литовец, эстонец? Украинец. Но у тебя акцент прибалтийский. Ну, возможно. Ну-то я и спрашиваю, а где... А как они не стесняются, чем они объясняют то, что они все усрались и съебали? А где живешь? В Украине. Да это и так вижу. Город важен? Город большой и красивый. Ну, Одесса, что ли? А что, Одесса только большая и красивая? Ну, я спрашиваю. Нет, у нас в Украине очень много больших красивых городов. Я понимаю, но я начинаю гадать, если не хочешь говорить. Гадай, карты еще раскинь. Не понял. Ну, карты раскинь, блядь, погадай. Ну, так, ну, понятно. Так вопрос, интересно, ну и как они свою победу надо мной-то, блядь, объясняли? Ты мне скажи, какие каналы, вот интересно, блядь. Как же они показали, как они, интересно, кого там, то ли Укропа, то ли Бандеровцы, то ли хуй, как они, они не постеснялись выложить, все съебались. Но я понимаю, заходишь, зайдешь к ним на канал, посмотришь, я-то чего дописывать. Я сам блогер небольшой, мне даже некорректно. Так ты город свой скажешь или нет? Да, большой, красивый. Ну, а название? Название большое и красивое. Ну, понятно. Да, ну то ты, нет, тут неплохо троллишь, молодец. Я знаю. Да. Вообще-то я не троллю. А я ты? Я говорю, нет, я тебе рассказываю, я говорю просто правду. Я не вру. Но. Я задаю... реальные вопросы. Я говорю реальные вопросы. Ну, видишь, на вопрос тебе отвечать не хочешь. Ну, попробуй задавать. Ну, я задаю, но дело в том, что они обычно всираются и не могут ответить. Ну, я понял, ты уже это сказал. Ну, мне задай вопрос какой-нибудь. Может, я не обосрусь. Окей, давай попробуем. Как дела у вас на России? Вопрос абсолютно безграмотный. Ты сначала должен был узнать, я из России или не из России. Хорошо, тогда конкретнее. Скажи мне, почему Басар Хуйло, то есть Путин, и его боярин, который министр иностранных дел Лавров, требует снятия с России санкций? Ведь вы от санкций отключали. Вопрос еще более глупый. Я же тебе сказал, что у меня Россия... Не глупый. Почему? Хорошо, очень просто. Зачем требуют снятия санкций? Еще раз глупый вопрос. Я же тебе сказал, что у меня Россия под VPN-ом. Что не ясно? Знаешь, что такое под VPN-ом? Я знаю, что такое VPN. Ну вот, я тебе сказал уже это. А ты не продолжаешь задавать глупые вопросы. Что-нибудь посущественнее есть? Нет, это не глупое. Если ты был бы под VPN, ты мог бы ответить на этот вопрос без проблем. Потому что этот вопрос может ответить гражданин любой страны, кроме России. Честно. Каждый гражданин любой страны прекрасно знает и осознает, почему на самом деле Россия просит снять с нее санкции, и только гражданин России не может ответить на этот вопрос, потому что гражданин России на самом деле живет двойным стандартом и лживостью.
Ну, вот хорошо, бы я... Под VPN-ом ты бы честно сказал, почему Лавров и Путин просят снять санкции. Что-то у меня есть какой-то нелогичный в моем вопросе или что-то. Ну, конечно, вопрос, он должен адресоваться адекватно. Хорошо. Адекватно. От простейшего. Лавров и Путин попросили снять санкции? Ну, я откуда знаю? Я же тебе говорю, я не из России. Тогда возникает вопрос. Если ты не знаешь, то, тогда, возможно, ты можешь пояснить, что такое овощ. Овощ? Это vegetable. Нет, но овощ политический. Политическое, политическом смысле. В политическом смысле. В политическом смысле. Ну, ты по очереди. Я тебе отвечаю на первый вопрос. Овощ. Овощ — это политическая негативная кличка Януковича. Нет, овощ — это человек, который не интересуется ничем. Ну, это, может, и слишком молодой. Овощ — это... Ну, мы понимаем. Политические противники Януковича называли его овощ. Еще... Ладно, вы лжете другим, но вы лжете и себе. А себе в чем, другим в чем? Нет, в чем? Потому что вы не знаете, вы заявляете, я не знаю, почему он обратится. Меня это не интересует. Да, меня это не интересует. Что же не... Не можешь допустить такую мысль простую. Меня интересует, но на самом деле ты хочешь солгать мне, себе. Да я не знаю. Меня не интересует, блядь. Да я тупая типа скотина. Понимаешь, тут два варианта. Либо ты тупой овощ, которого ничего не интересует, не сомневаюсь. Либо ты лжешь. И тот вариант для тебя. Понятно, понятно. Можешь читать, как тебе... Там ты был со стороны. Понимаешь, когда ты начинаешь знать, ты по-любому тебя словят. Или ты говоришь правду, когда человек говорит правду, но осознает. Ты меня спрашиваешь, я тебе говорю честно. Знаешь, припиздин, Зеленский, блядь, лживая тварь. Он не сделал хуже, но он продал маску. Я тебе честно говорю то, что в нашей стране происходит. Но... А когда тебя спрашивают, что происходит, ты начинаешь, что меня не интересует. Понимаете, или я такой дебил. А если... Вот это меня... Ну, потому что полное отсутствие логики. Ты меня должен спросить, что происходит в моей стране, если тебе интересно. А для начала должен выяснить, из какой я страны, а не презюмировать, что я могу не знать вообще-то такой там, это, что такое санкции и так далее. По всему, как ты лжешь, защищаешь Россию. Ты явно спидораш, несмотря на то, что у тебя вот там Кеннеда написано на кепке. Понятно. Да. И потом ты смотришь твоих блогеров лживых. И спросил меня, у меня прекрасна с логикой. Да, очень плохо с логикой, я же тебе объясняю. Другое... Другие персоны укрытнического контингента и иные из Украины обычно понимают, когда я им объясняю. Но сначала нужно спросить, откуда, когда ты получишь подтверждение, тогда уже троллить на все российские дела. А ты даже этого не понимаешь. Ну ладно, давай еще вопрос. Нет. По вашему законодательству украинский, ты даже думать по-иному не можешь. Иначе за тобой СБУ приедет. Чикрин. Я ж тебе ответил уже. Нет, ты не ответил. Этот вопрос есть ответ либо правильный, как говорит Андрей Луганский, либо все другие неправильные. Чикрин. Да. Я тебе же ответил. Давай дальше. Пластинка у тебя заела. Этим ответом
этом ты четко подтвердил, что ты не живешь в Канаде, несмотря на твой кепку. И ты есть обыкновенный русский парень. Блядь, лови, очень легко. Ладно, ты знаешь хоть дефиницию термина ватник вообще или нет? Что такое ватник? Ватник, да. Ну, а произошло ватники, которые, блядь, там деды воевали. Правильно. Тут соображаешь. Ватник это сторонник совка и советских ценностей. Вот это и есть ватник. Не только советских ценностей, это советник тоталитарного путинского. Только советских ценностей. Он может любить Украину, может ненавидеть Украину, может любить Путина, может ненавидеть Путина, но обязательные условия ватника – это сторонник советских ценностей. Нет, это имперское мышление. Ну, ладно, тебя не перебедишь. Еще вопросы? Да. Еще вопросы? У меня нет, но ватник я понял. Ну... То, что ты неадекватно понимаешь, я уже это понял. Абсолютно неадекватно. Ты даже не способен к обучению. Хороший вопрос. Ты блогер? Ну да, блогер небольшой. Ты пишешь или... Пишу. Я надеюсь, ты выложишь. Ну, хочешь, выложу. Да, хочешь. Так ты мне скажи, Сако. Я выложу. Только ты мне скажи, с какого-то города. Ну, я большой, красивый, я понимаю, что ты это достойно быть патриотом своего города. Это нормально. Не, ну я просто земляков ищу. Вдруг ты земляк мой. Тогда мы с тобой поговорили о проблемах города. Хорошо, я земляков ищу харьковчан. Ты не из Харькова. Другой меня не интересует. Из Одессы-то... Так, слился. Жалко. А он как будто невзначай. Всего лишь доллар дал начать. Кринчей, блядь! Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. Да дурака валяли. Разговаривали. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один